В рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы посетил председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. Юрий Алексеевич Синько провел рабочую встречу со студентами Купаловского вуза. Напомним, что соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров по специальности «Таможенное дело» между Гродненским университетом имени Янки Купалы и Государственным институтом повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь было подписано в июне 2015 года. А уже с 1 сентября нынешнего учебного года началась подготовка 25 студентов новой специальности. Перспективы взаимодействия очень долгосрочные и нужные сегодня как университету, как таможенному комитету. Мы открываем специальность «Таможенное дело» на факультете правоведения Гродненского государственного университета, как я уже сказал, для того, чтобы подготовить первых 25 специалистов, выпускники которых однозначно будут востребованы среди таможен Республики Беларусь, так и среди бизнеса. Председатель Государственного таможенного комитета подчеркнул, что Гродненская региональная таможня готова стать базой практики для будущих специалистов. Здесь они могут участвовать в рабочем процессе и знакомиться с особенностями будущей профессии, чтобы в последующем стать высококвалифицированными специалистами-практиками. Гродненская региональная таможня, как соисполнитель подготовки, будет, естественно, активно участвовать в выделении практиков, которые работают, для того, чтобы общались не только профессиональные преподаватели, но и профессиональные служащие, которые ежедневно сталкиваются с теми или иными вопросами, практикоориентированные. Поэтому мы будем работать как в университете со своими специалистами, так и забирать студентов в таможню, чтобы они могли там полдня в неделю, два дня в месяц, условно говоря, побыть своими руками, что какую-то работу сделать, прочувствовать это, задать какие-то вопросы, доизучить какую-то литературу и по завершению обучения выйти высокоподготовленным специалистом. Во встрече приняли участие ректор университета Андрей Дмитриевич Король, заместитель начальника УВД Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Николаевич Сатюк, начальник Гродненской региональной таможни Андрей Николаевич Ковальчук, начальник Института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь Валентина Николаевна Ананьева. Гости рассказали студентам о некоторых особенностях работы сотрудников Управления внутренних дел и таможенных органов, а также ответили на интересующие будущих специалистов вопросы.